Hey, всем привет и добро пожаловать на мой канал AnsleyBay. Сегодня мы вместе с вами будем открывать 100 ящиков Super Bay Adventure. И да, я знаю, что я обещала вам снять челлендж, как я открываю 100 ящиков вместе со своей сестренкой, но, к сожалению, эта задача пока что невыполнима, поэтому я решила снять то, что вообще имеется. Заодно проверим, можно ли собрать всю одежду, открыв всего лишь 100 ящиков. Если этого не случится, тогда в следующем видео я буду открывать 200 боксов, а если из 200 боксов мне тоже не упадет вся одежда, я буду открывать 300 боксов. Скорее всего, это будет максимальное число, потому что монеты собирать очень сложно, и да, я их не собираю, я смотрю рекламу и получаю за каждую рекламу по 100 монет, но все равно, даже на просмотр рекламы у меня уходит 2 часа, чтобы набрать 7500. То есть, чтобы собрать монеты для 300 сундуков, мне понадобится просидеть 6 часов, чего я не очень-то и хочу делать, потому что это вам не хухры-мухры сидеть и зарабатывать монетки 6 часов подряд. Хотя я зарабатываю монетки, а разработчики зарабатывают деньги. Короче, ладно, пропустили. Смотрим. Как вы видите, у меня ничего нет, и поэтому мы начинаем открывать ящики. Нам попалась кепре, так, это красная кепка, это скул, так, ага, о, это яичко, egghead, отлично. Третий или четвертый даже уже ящик. Так, это хорошо, все хорошо. Это, о, розовые редкости. Вот это я понимаю. Это Red Chica, ой, Шика. Простите, я до сих пор не выучила ее имя. Только не надо после этого меня называть Энкли, пожалуйста. Открываем дальше. Это белая борода, зеленая Шика, отлично, все очень даже хорошо. Так, это скелетон, все прекрасно. 5% эпик, 25% редкость, ой, редкий, и 70% обычной редкости. Я считаю, что это замечательно. И знаете, мне кажется, что даже если я открою 100 боксов, мне не упадет вся одежда, потому что одежды здесь очень много. И если сейчас мне начнет попадаться, точнее, начнут попадаться кучу повторок, это будет вообще невыносимо. Кстати, я забыла, я сбила счету, потому что, вот смотрите, нам выпадают повторки, и за них нам дают монеты. То есть в конце видео, скорее всего, я открою даже не 100 боксов, а больше. Не знаю сколько, но это будет зависеть от того, сколько повторок нам выпадет. Вот, кстати, первая или даже вторая, может, и третья из них. Так, голубой шар, все хорошо, красная Шика, плащ, та-да-да-да-да-дам. Это что? А подождите, а за это не плащ? White hair? Белые волосы? Дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. Загрузка. Ладно, проехали. Я говорила про белый плащ. Оказалось, что это не белый плащ, это белое пальто. Вот только у меня один вопрос. Зачем медведю пальто? Зачем? Ему и так тепло зимой. У него шерстка такая прям теплая, что вообще, зачем ему пальто? Ну, это же нереалистично вообще. Я понимаю, что детская игра, но надо было как-то... Так, Биа-Шика? Шика-медведь? А нельзя было ее назвать просто коричневая браун-шика? Голд-шика. Кстати, про шику-привидение. Я изначально даже не поняла, что это шика-привидение, потому что она бирюзовая, и там не поймешь, что это вообще такое. Я просто думала, что это бирюзовая шика. Пока однажды вы не написали мне, что это шика-привидение. А я-то на название не обращаю внимания. Я просто смотрю на скин и все. Вот это, допустим, крокодайл. Ну, тоже сразу я не поняла, что это крокодайл. Точнее, возможно, сразу я и поняла, что это крокодайл. Бе-бе-бе-бе-бе. Просто мне понравилась зеленая шерстка. Вот, голд-шика. Голд-шика. Вот вы поймете, что это голд-шика? Это больше на труп похоже. А привидение это не труп, это не труп, не-не-не, это не труп. Так, что мы с вами делаем? Сколько у нас вообще монет осталось? 3750, мы уже половину с вами истратили. Как так, спросите вы? А я скажу, не знаю, не знаю. Так, скелетон, скелетон. Мне, кстати, интересно, сколько у нас уже выпало повторок. Памкин? Памкин? Тыква? О, вампир хэт, отлично. Тыква? А в Super Bay Adventure голова тыквы тоже была? А я не помню.
Вот хоть убейте, я не помню. Я вообще даже не знала, что здесь есть голова тыква. То ли это в обновление поместили, то ли это я просто не обглядывалась и не смотрела по сторонам. Ясно, хорошо. Ясно. О, Рэббит. Это очень хорошо. Он мне нравится. Дарк шика. Кстати, она тоже прикольная. Так, сегодняшняя цель — выбить галактическое тело нашего медведя, а также шику, который переливается радужным цветом. Это мой самый любимый наряд, поэтому если я не выбью его, я очень расстроюсь. Так, это ретро Б, а мы его уже находили, да, получается? Это мы не находили, какая-то маска. Клоунату мы уже находили. Этот Джен Колд. Вот опять пальто. Зачем пальто? О, вот эти ушки я тоже хотела очень. Это очень круто. На-на-на-на-на-на. А еще я хочу, кстати, ушки фиников. Если они мне попадали, а я не помню, что они мне попадали, то я их очень хочу, потому что для костюма они мне очень даже подойдут. Так, это Fat Body, Body. У меня есть пингвин. Ghost Шика. Парам-парам-пам. Это что у нас? White Hair. Вот ни за что бы не подумал, что это волосы. Там есть еще Dark Hair вроде бы. Так, это зеленая шик у нас есть. Осталось 2175 монет. Бананас, банана хэт. Тоже, кстати, прикольно, но я ее никогда не носила. И, скорее всего, не поношу, потому что она не для какого стиля вообще, для меня не сочетается. Пальто опять непонятное. О-о-о, ангельский нимб. Вот это я понимаю, жить да поживать. Это что, перевертыш, головотыш, головотыш, блевотыш, fat body, body. И дальше, это у нас синяя кепочка, все хорошо, это у нас опять борода. Кстати, бороду можно использовать для того, чтобы сделать Санта-Клауса. А интересно, там можно объединить шляпу Санта-Клауса и бороду? Это же все как головные аксессуары, да? Значит, нельзя. Значит, нам надо выбирать что-то одно. Кстати, круто было бы, если бы разработчики добавили такую функцию, что можно надевать сразу несколько причесок, головных уборов, одежд, вещей, шик. Это бы очень сильно разнообразило игру, потому что можно было бы создать свой личный образ, который вряд ли кто-то бы повторил. Нет, конечно, повторили бы, но как-то больше комбинаций добавилось бы. Вот. Так, ну что ж, давайте мы открываем следующий боксик. Это у нас Brown Coat. А, подождите, есть белый плащ, есть коричневый плащ и есть синий плащ. Джек Лантен! Ура! Мне выпала Джек... тыква Джека. То есть тут есть обычная тыква и есть тыква Джека? А почему я об этом не знала? Ну, серьезно, я не знала, что здесь есть эти тыквы. Я их просто не замечала, скорее всего, но я их не видела вообще. Может, я, конечно... Нет, я их не видела. Я смотрела на все, только не на них. Так, 825 монет, мы близимся к финалу. Так, давайте. А почему в магазине не показываются вещи, которые мы уже приобрели? Потому что голубой шарфик мы вроде бы уже выбили. Потом Качун Айс мы тоже выбили. Главотыш, блевотыш, перевертыш мы тоже выбили. Какая-то вот эта вот красная шапочка вроде тоже. Кстати, иракез. Иракез мы до сих пор не выбили. А еще мы не выбили... Вау, Рэнбоу Шика, 525 монет, пожалуйста, повезить, давайте. Да какой Бермакс. Парам-парам-парам-пам-пам. Итак, что мы с вами делаем? Мы с вами не выбили Пинк Бе. Классно. Но я хочу Космик, где мой Галактик Бе? Где он? Ну, пожалуйста, ну давайте выбьем, ну, пожалуйста. Где мой галактик тело мое, пожалуйста. Два сундука, последний, это предпоследний, и сейчас последний, пожалуйста, выбивайся, пожалуйста.
Ну, Феник Хэт это, в принципе, тоже хорошо, но я бы все-таки хотела Галактик Боди Бади. Ай-яй-яй. Эй-яй-яй. Ладно, давайте посмотрим, что мы тогда с вами выбили, а что не выбили. Угу. Из белой редкости мы все выбили. Ну, конечно, там 75%, что ли. Мы не выбили вот эти вот Big Eyes, Headlights, Outline, вот которые я тоже хотела убить. Голова Марушка. Истер и корона. Санта-Клаус не выбили. Как так-то? VR-очки тоже не выбили. А из тела? Тут мы, кстати, все выбили. Мы какие молодцы. О, какие. Так, тут мы не выбили золотое тело. Не выбили Rainbow B. И не выбили желтое-голубое тело. Жалко очень даже. А шик мы не выбили какую-то серую ретро-шику. Почему ретро? А ретро это серое, что ли, получается? 8-бит шика и голден шика. Какая-то золотая шика тоже с зеленым брюшком. Блин, ну не выбили мы, ладно, хорошо. Ну что ж, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Также не забывайте оставлять свои комментарии, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока!